интервью с бронзовым призером первенства России Максимом Потаповым. Максим, ты был, так сказать, одним из... у тебя был самый низкий рейтинг в финале, и ты зашел вот так далеко. Как это случилось? Как настраивался на чемпионат? Почему ты сегодня вот с медалью стоишь? Да это все методы проб, ошибок, тренировок, настрой, отдых перед соревнованиями. Ты сегодня сам выбил Михаила Белозерова, который шел третьим в всероссийском рейтинге. Расскажи о этом бое, что ты, как ты смог это сделать? Ну, я был очень сильно настроен. Я хотел показать, что я могу быть сильнее. И получилось так. А какие у тебя дальнейшие планы? Где будешь выступать? Какие задачи ставишь? Ну, я хочу попасть в сборную России в следующем году. В этом году все уже? В этом году, да, я не попадаю. Хорошо. Все, спасибо, удачи тебе.